Матч состоится в любую погоду. Этой знаменитой фразой можно охарактеризовать настроение команд-участниц турнира. И кажется, оно передавалось всем вокруг. Даже погода сменила свой гнев на милость, и над зеленым газоном бейсбольного стадиона воцарилось солнце. Город над Бугом радушно встречал праздник спорта и дорогих гостей музыкальной программой, танцевальными композициями и традиционными хлебом с солью. Хотелось бы, чтобы была хорошая, красивая игра, чтобы поменьше было травм, чтобы все сдружились, посетили город Брест, Брестскую крепость, побывали в различных местах исторических, вот, увидели наш город, который образуется на глазах, вот, и уехали отсюда с хорошим удовлетворением проделанной работы. Приглашенные на турнир команды едут в наш город как к старым хорошим друзьям. Они знают, что на Брестской земле им всегда рады. Мы приезжаем, но нас уже даже знают все, там даже водители маршрутки даже. Мы приезжаем, они говорят: о, наши приехали. Потому что мы всегда, мы им рады, они нам рады. Помимо радости встречи, красивая игра и демонстрация профессионального мастерства были первоочередными для юных игроков. С каждым годом проводимый в нашем городе международный турнир вызывает нарастающий интерес со стороны известных в мире бейсбола персон. В этом году с целью отбора талантливых начинающих игроков впервые мероприятие посетил представитель MLB высшей лиги бейсбола Райан Шурман. Я здесь для того, чтобы наблюдать, как играют дети, присмотреть возможных кандидатов в игроки MLB Camp для стран Восточной Европы, который будет проходить в городе Кутна. Моя задача – находить талантливых начинающих бейсболистов. Справиться с нарастающим волнением и показать себя с лучшей стороны всем участникам помогали группы поддержки, состоящие из мам и пап, братьев и сестер, друзей и родных. Было видно, что приехали болеть, основательно подготовившись. Флаги, майки, кепки и многое другое с символикой своей команды заметно выделяли болельщиков из числа простых зрителей. Вы будете на трибунах, вы увидите, какая у нас дружная группа поддержки, и как мы любим наших детей, как мы о них заботимся, и мы везде вместе с ними. Тигры, вперед! Турнир состоялся. Были и победы, и поражения. Но главное, конечно, это встреча друзей и атмосфера спортивного единства. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».